Мое почтение, дамы и господа. Новогодний выпуск нашего маленького блога «Из дома свой». И, во-первых, в строках письма поздравляю всех с Новым годом. Дай Бог всем всего, что сами себе желаете. Ну и раз ромовый кот, рому, сигар. Ну, вообще, дай вам Бог сладкой жизни. Ну, а пока начнем помолясь. Вчера ногами забивал свою жабу. Реально забивал. Новый год все-таки. Ну, дай, думаю, надо чего-то такого прям знакового, бомба. Нашел, забил, но до сих пор поддавливает, зараза страшная. Сегодня ром, не то что ром, это ромище. Во всех ромовых аукционах, которые сейчас проходят, ну их поменьше, чем виски, но все же тоже хватает. На первом месте и 90% объемов этих аукционов занимают ромы Корони. Тринидадские Корони, которые сегодня... оторвал от сердца, но все-таки решил обозреть. Пару слов вообще о Короне. С 1908 года был завод на Тринидаде. Хорошо себя чувствовал, все было нормально, но в один прекрасный момент грянул кризис. И в 2002 году заводик почил в Бозе. Какое-то время его хотели, думали, по крайней мере, писали, что будет возрождение завода, но не срослось, не сподобилось. Кирдык заводику. Спирты все были распроданы по всему миру. Очень много попало к негациантам. Сегодня у меня негациантский Корони Эйди Ротрей. В соавторстве с Пол МакДжи. Но своего ничего не привносили, только выдержка и розлив, и продажа. Все, больше этого ничего нет. Никаких в сам ром никто никуда не лазил. Сейчас уже на Тринидаде вывеска одна осталась. Стены уже и те порушены, кубы распроданы, часть в Гаяне, часть не пойми где. Но... сегодняшний тринидадский ангостура – это бледная немощь. Опять же, колонна. Одна колонна. Кубов у ангостуры нет. Все кубы были только у Корони. Но Корони – это... блин. Это Корони. Ой, нынешний, который я вот сейчас с благостью в себе накапал. Был мной выкуплен года полтора назад за 270 баксов. Нашел я его в одном, ну, достаточно таком специализированном магазинчике. Специализируется он на роме в Чикаго. Сейчас именно этот батч у меня... дай бог памяти. Батч. Какой тут батч? Ну, короче, именно эта бочка. А19. Во! А19. Я уже видел за 400 с копейками. Так что инвестиционный вариантик, кстати, тоже присутствует. Ну, не так, как виски, но все-таки есть. Есть привлекательности в этом. Есть мне еще пара вариантов Корони-Корони, который был разлит еще на заводе. Ну, пущай стоят. Как-нибудь к следующим новым годам проворим, может, и их попробуем. Сигара. Сигара чудная такая, не детских размеров фигурада от Opus X. Отдельно не выпускается. Это прошлогодняя сигара из благотворительного набора, который Fuente выпускает каждый год. Вот это 2017 года благотворительный наборчик. В нем была вот эта вот фигурадистая прелесть.
Ну что ж, займемся нашим короне. Ой, не зря, я считаю его лучшим ромом в мире. Это, блин, это безумие какое-то. Первый нос, это... А, кстати, забыл же сказать, совсем забыл сказать. Это 18 лет честной выдержки. Никаких тебе солер, колдовства, волшебства. Нет, это 18 лет бурбоновая бочка второго наполнения и все. Но еще одно дополнение. Выдержка была в Шотландии. Шотландский негациант какой-то. 18-летний самый большой. У него есть 13-летние корони, 15, 17 и вот этот 18. Вся выдержка в Шотландии происходит. Происходила. Розлив там же. Но найти сейчас в свободной продаже, даже по специализированным магазинам, ну, в Штатах я уже не нашел ничего подобного. Боже ж мой, а. Тринидад. Вот это вот что дают кубы. Это безумной фантастики ароматика. Вдохнул, меня в это чудное кресло аж впечатало. Мощнейший. Боже, а какие ароматы ромовые. Это, блин, короне есть короне. Пусть звучит не слишком вкусно, но это неописуемо красиво. Гудрон. Прям вот реальный гудрон. Горячий гудрон. Корица. Бананы. Ой, нет. Бананы сладкие. Засахаренные. Вот такие вот коричневые, уже подгнивающие, может быть, даже бананы. Какие-то сладкие фрукты. Ванилька. Ванилька никуда не делась. Бурбончик все-таки дает. Но ваниль на дальнем, где-то на дальних подступах. На дальней станции сойду. Бог ты мой. Широта палитры зашкаливает. Вот реально зашкаливает вообще все. Блин, ну ты даже пить жалко, слушай. Вкус жженой карамели присутствует, но он сухой и абсолютно не сладкий. Совершенно не сладкий. Хотя именно жженая такая, то ли сахар, то ли карамель, вот она во вкусе есть. Банан, который был в носу, также присутствует, но ни в коей мере не сладкий, не... Сори, кто это меня тут беспокоит, меня грешного. Ну, потом разрулим. Тут меня тут беспокоит. Ведь вырублю этот, прости господи, телефон. Не мешай наслаждаться ромом, зараза страшная. Ох. Смоленистый, абсолютно смоленистый вкус. 18 лет бочка. Все-таки это срок. Это выдержка. Бог ты мой, это сказка. Действительно красиво. Его не пить, его жевать хочется. Как вот кусок гудрона. Кстати, гудрон что-то в ямайских... Очень частенько ацетон. Здесь, вот в Тринидаде, вот этот какой-то нюансик гудроновый. Угу.
красные. Красные сладкие ягоды. Не знаю, не клубника, а вот малина. Не сладкая малина. Откуда? Откуда вот на Тринидаде, в Роме, вкус малины? Вот откуда? Они не знают, там, походу, что такое вообще малина. Папуасы бегают. Господи, прости, Господи. Хорошо, друг дружку хоть не кушают. Чем дальше стоит, тем ароматы шире и шире расползаются. Вылезла бочка. И очень хорошо, очень приятно. Дубочек прям. Ой. И очень хорошо, я бы сказал, еще... Да, да, на первый план выдвинулась кожа и табачные, сигарные ароматы. Вот они. Незажженная никарагуанская мадура сигара. Блин. Но это красиво. Это чудо чудное. Во вкусе та же бочка проснулась. Абсолютно не сладкий. Вот чем еще подкупает. Ром сухой. Аж надо не могу. Намека на сладость нет. Намек на сладость появляется только уже в послевкусии. Но это богато. Ваниль и корица также есть во вкусе. Бог ты мой. Слушай, я такого не пил. Да блин, когда я корой не пил? Я все как Кощей над златом чахну. Подытожить. Блин, вот все это собрать мне потом. Итожить потом буду. Пару слов о сигаре. Это больше разговаривал, не курил, но. Эта сигара дорогого стоит. Слушай, ну мне новогодний день. У меня самый лучший в году ром, который я пил. Одна из лучших сигар, которые я курил в этом году. Вот это сливочная. Терпкая несколько. Я бы сказал еще. Пикантно-перечная. С какой-то кедровой обмоточкой. Это феерия. Это феерия. Ну, паразит Фуэнта. Вот сделал бы коробку нормальную. Нет. Вот эту красоту фигурантишь, запихал в свои эти по две штучки благотворительные наборы. И кому там помогает, не знаю. Пусть помогает кому хочет. Но сигар-то хочется. Где же я их возьму? 17-й год, зараза. Надо было брать этих коробок, чтобы 5 в свое время. Ай, прости. Прости, Господи, меня грешного. Нетолерантен. Не благотворитель ни разу. Боже, ну они поют. Я не знаю, за что мне хвататься. То ли за стакан, то ли за сигару. Это, они и по отдельности-то жужжат так, что полет шмеля отдыхает. Там, не знаю. Ну вот. Все-таки подытожу. Гудрон. Красная. Малина не сладкая, карамель не сладкая, корица, ваниль, остаточная сладость после вкусии, дубочек, очень благородный дубочек, иная табак. Вот жуешь, когда табак, кожа. Кожа и табак, вот жуешь мадура табак, вот еще вот эта горчинка даже какая-то мадуристого табака.
И эта прелесть входит в такой балет, в такое танго, я не знаю, да, танго. Сегодня у меня танго – это страсть. Для меня танго – это в первую очередь страсть. Вот страсть сигара и ром – это страсть. То, что они творят с моими рецепторами, прости, Господи, но это до того красиво. Боже, это безумное, безумной фантастики аргентинское танго. Они не просто играют, они еще и поют, и танцуют. И... не знаю. Эх, тарантелла, прости, Господи. Чудо чудное, диво дивное. Господа хорошие, еще раз от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом. Я уж вот там желтого кабана, что ли, ну какая разница, какой кабан. Свинья она и есть свинья, кабан не кабан. С годом кабана. Еще раз дай вам Бог всем счастья. Ваш ромовый кот с лучшим ромом, пробованным в этом году. Пожалуй, лучшей сигарой этого года. Заглядывайте, смотрите. В следующем году, надеюсь, порадую вас еще кучей всевозможных обзоров рома, виски. У меня, кстати, какой мискаль появился. Прям такой экзотичный. Прям оттуда приволокли, говорят, прям крафтовый мискалек. Ну, поживем-увидим. Заглядывайте. Welcome, господа и дамы. Welcome.